Сегодня мы решили построить снежную домушку. Работали все вместе, не отлынивал никто. На пикник. Проковырялись, наверное, часа два и очень сильно захотели есть. Давай пообещаем, что мы сейчас сходим поесть и придем потом закончим. Не буду давать такие пустые обещания. Работу мы свою закончили, но мы не могли себе представить, что у нас получится такое. О, боже мой, это же клуб!